Eu, o problema não é ir lá a pulos, é que eu depois tenho que voltar para trás, correto? Eu tenho que fazer o dobro dos quilómetros. Eu vivo aqui na Amadora, tenho que ir para o Palácio, que é ali para Santa Apolónia, e depois tenho que voltar para trás, vou fazer muitos Мы не quilómetros можем найти, куда остановиться. Человек, ну, человек встретился первым с собакой Ротвейлером. Посмотри, собака. И вот он сейчас помогает, звонит. Пас. Я хочу писать пас. Я хочу писать телефон от Ротвейлера. Ай, мне. Алло, Марианна, вы, пожалуйста, ради Христа нас завешали, не бросайте, мы здесь, нам деваться-то некуда. Кого угодно найдите, они разузнают, где мы находимся. Я вам снова передаю. Да? Дигала, дигала. Ну что, да. E daqui é um bocado difícil, é assim. Vai, daqui a Santa Apolónia. Дорогу, да. Так ему скажите сейчас это, пусть он покажет, что ты показываешь. Да, дига лá, дига лá. Дига лá. Podem pagar? Ok. Está bem, está bem. Está bem, ok, ok. Está ok, está ok. A mal que fala outra vez. Так, ну что, тогда отходим мы? Да. Да, конечно, сможем, сможем. Самолет могли показывать. Все, пусть он тогда отвезет. Я ему отдаю, чтобы это утвердительно он сказал вам, и все, тогда отдаю. На, еще пару слов. Да. Я бью 40 кельсу я. Sim, sim, sim. Sim, ok. Está ok. Está quieto. Está ok. Está ok. Está ok. Está ok. Doc. Doc. Sim, cheira a outra. Sim, cheira a outra. Eles me deram uma sorte de caneco. Estava um pouco com fome. Não tenho coragem de descobrir. Pronto, anda cá, Boris, anda cá. Anda cá, aqui. Ждите. Поздравляю всех с престольным праздником, братья и сестры. Хочу напомнить, хочу поздравить и поблагодарить. Да, сейчас какие слова хотят говорить. С наступным праздником. У нас в гостях от все вы знаете, и мы знаем отца Геннадия, приехал брат Игнат Иванов и привез большую партию литературу. Ну, помню, для вас Геннадий Фаст, если никто не знает. Это минолит немец, бывший преподаватель Томского университета. Очень знатный человек. Он совсем был знаком, но не знаком был с обоюдным острым мечом, который Бог дал православным отцам. И мы встретились с ним. И прошла только одна беседа, он руководителем баптистов был. И он навсегда покинул то, где был. Человек другой нации, другой культуры. Он всем сердцем принял православие. И он приезжал здесь, и многие утешались. Он теперь магистр богословия Московской патриархии. Он в моем доме пришел, под которым убил Кришнаид и Романа Григорий, это двоюродный племянник Суслова, главный идеолог СС, тоже в моем доме пришел. Я миссионер 52 года. Беседуем с разными людьми, с мусульманами, с сектантами, и Бог отверзает двери истины. Как этого никто не знает? Когда Господь уходил с земли, Он сказал: «Идите по всему миру и
проповедуйте Евангелие всей твари. И кто будет веровать и крестить, все спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Когда Господь уходил с земли, Он дал наказ сидеть и ждать обетованную силу Духа Святого. И они сидели 10 дней. А с какой целью? Он говорит, и будете мне свидетелями. Вот для чего Дух Святой сошел на землю. Далее деятельность Духа Святого расширится. Никто так емко не выразил смысл жизни, как Серафим Саровский. Стяжание Духа Святого. Но это не хватит и 10 жизней, чтобы выполнить. Мы поехали с этой миссионерской поездкой, это третий год уже. Посетили 444 города. В прошлом году посетили 15 республик, государств, 6 мусульманских республик. Все это в роликах выставлено в доме Мулы. Ведем беседу. Люди нуждаются во Христе. И не надо думать, что это верено только людям знатным, окончившим учебное заведение духовное. Каждый, самый маленький ребенок, он может свидетельствовать. Это говорят нам жития, как Остинион. Они не знают, как стать мучеником. Идет хозяин, они говорят ему, а мы верим во Христа, не выдал их. Какое же свидетельство от них? Этого было достаточно, чтобы всех возвести на казнь. Церковь отмечает их. Вот сегодня я слышал, батюшка говорил о том, что были мученики. Как правило, это были мученики за Слово Божие, которое они несли. Мы только что сейчас приехали, не знаем города, только одно, молимся. Вдруг видим, человек сидит, разговаривает с собакой, мы тоже едем с собакой, нас троят. Остановили выше, стали говорить. Ее сердце, его португальца, обратилось. У нас телефон один был, с вашей прихожанкой в другом городе, соединились. И далее он... Дали ему сколько требовалось за это, и он довез нас до сюда. Мы на каждом шагу видим эти чудеса Божии. Что делает Бог? Мы несем миссию мира и любви. В прошлом году мы проехали Украину вдоль и поперек. Около 30 печатей, наверное, стоит только от нее. Весь Крым прошли. Люди нуждаются во Христе. И вот чтобы не говорить плохо друг о друге, что батюшка сказал, все это полезно, но это недостижимо. Потому что плоть воюет против Духа. Это возможно только там, где Дух Святой. Всю жизнь можешь бороться. Ефрем Сирин был весьма гневливый. Но когда Дух Божий объял его, это был самый кроткий человек. Моисей какой был? И Бог называет его кратчайший. Если ты борешься много лет со своим характером и не можешь победить, обратись к Господу. Для этого нужно два крыла – милостыня и молитва. Углубленная молитва, и нужно иметь много друзей, которые молятся о тебе. Мы поехали по всему миру молятся, Австралия, Америка, Англия, везде. Притом молятся православные, протестанты, католики, мусульмане. Настолько велика жажда в народе Слова Божия, живого и действенного. Я не знал, что сегодня встреча, престольный праздник в Лиссабоне. Вообще ничего мы не знали. И уехали совсем не после Мадрида на север. Сгорело навигатор, все, пропали мы. Ничего, Бог развернул, горе отвел. И поэтому вот эту миссию Христа, которую Он поручил ученикам, о чем говорит Иоанн Златоуст, насколько же они сильно трудились, как Григорий говорит, чудотворец, когда я пришел в этот город, епископом было 7 христиан и безбожный город, оставляя кафедру, город христианский и 7 язычников. Если все мы понесем Слово Христово, то на нас не сбудутся слова Златоуста. Он говорит, признайте, насколько худы мы, как много нас, а город все еще остается неверующим. Никогда не надо ссылаться на какие-то недостатки, что у нас не хватает талантов. Мы их не знаем, эти таланты нужно развивать. Ты только начни, Господь сразу поможет. Кому сказать как? У нас в России есть такой сектовед Дворкин. Может, кто и слышал его? И он говорит, самая быстро развивающаяся секта, так называемые свидетели Иеговы. Какая причина? Они идут от двери к двери. Они не знают Христа, Бога истинного. Для них это просто один из пророков, Духа Святого. Нет, еретики. Даже еретиками трудно назвать. Но они работают, и самая быстро растущая секта. Православие идет везде на убыль. Я слышал слова патриарха Кирилла. Когда он проехал до Востока, а мы были вот в Владивостоке, мы из Барнаула, Алтайский край. И он говорит, состояние церкви, тире большое, духовное развалины.
Я только могу сказать, что патриарху показали не худшие, где мы бываем. Почему? Потому что когда, говорит, открылись храмы, я слова патриарха передаю, думали, так всегда будет наполнено. Но в это время хлынули свои миссионеры с запада. Восток и север для нас практически потеряны. Собрание у сектантов бывает по 10 тысяч человек, и половина это молодежь. И сила только в Слове Божьем. Нам нужно взять для себя, Господи, научи нас любить Святое Евангелие, Святую Библию, как любили ее ученики. Написано, вникай в нее. Слово и мучение, в себя и мучение, занимайся этим постоянно, дабы спасти себя и слушающих тебя. 1 Тимофею 4,16. Я 52 года несу это слово, как могу уж, как Бог благословляет. Вот нынче только по интернету сколько пришло непростых, а руководители разных сект заказывают книги. Для библиотек я дарю, вот за 2 года мы подарили, ничего не имею, на 7 миллионов 150 тысяч. А уж тут как Бог велит. И новые люди пришли. Это все в силе Духа Святого. Спасибо. Спасибо. Я хочу сказать, потому что я сейчас так переполнен чувствами, переполнен очень чувствами этим вот приездом, да, и хочу сказать одну историю. Это случилось буквально в среду. Я с отцом Сергием, мы посещали русское посольство. Он там должен был представиться послу, как бы сказать, что он здесь приехал, служит, все. Ну и в конце всего, всей этой встречи нашей посол сказал, ну вот, мы будем вам помогать, вы приходите, просите, нужны вам будут книги, вы просите нас, и мы будем вам там выделять какие-то суммы, покупать. И тогда мы идем, и я про себя думаю, Господи, ну опять нам надо кого-то просить, кому-то кланяться, бегать. Ну где ж Лапкин, которого я видел в Ютубе, как будто он приезжал к Геннадию Фасту, привозил книги на машине. И тут я абсолютно не знал о его приезде, о его планах. И тут в воскресенье приходит, и Лапкин приезжает и говорит, я приехал вам с книгами. Понимаете? Это правда, это действительно вот это буквально 5 дней назад. Это вы написали, да? Да. Нет, это Господь, правильно. Вот такой вот Новый Завет. Трехтомник с полным толкованием, впервые за 2000 лет, с откровением. Откровение это Геннадия Фаста по всем святым отцам. Каждый том 752 страницы. Эти книги у Путина, у патриарха. То есть мы везде старались подарить. Кто может, тот приобретет. Хорошо, спасибо. И, братья, ну, я как понял, есть трудности в дороге и так далее. Если чем-то сможем помочь, пожалуйста. И еще звонили только что. Поклон от нас Сергия, он служит, молится за нас сегодня в Коломаре, в своем приходе предыдущем, в престольном празднике. Спасибо, Господи, с праздником всех. И сейчас будет спускаться сверху столы и стулья, только надо подождать немножко, потому что будем проводить трапезу на улицу. Трапеза будет на улицу, с той стороны, с правой стороны. Я вам разменяюсь. Я вам разменяюсь. Нам понесет с понедельника пост начинается. Петров. Пост из Европы. Thank you.
это человека любче, нас родил мирой же воскресы и даровал и нам здравствуйте. Отец совсем не дал вашу книгу, я ее читал, я ее сейчас отвез по его повелению на тюрьму Ивана Жудена, 100 километров от Лиссабона. Ребятам отдал. Да, не ожидал. Я знал, что муж становится, не по За то, что вы несете православие, за то, что вы несете эту веру. Пусть победит. Вот это и есть настрочка, вот она вместе идет. Вот это и просто, и вот это тоже просто, частицы занимаются. Они все уже все. Более позже.
приложить. Бог пришел, это все мои, я миссионер, по всему миру. За веру сидел в тюрьме при Советском Союзе. Спасибо, Иисус. А тоже, чтобы это знали, когда сказать им. Сейчас все скажут. Да. Я могу перед народом слово сказать. Я мне бываю в храм, сразу слово говорю. Сейчас скажут. Так вы заходите в храм. Мы были там, нам удобно здесь, чтобы никто не ушел. Нас все, хорошо. Понятно. Как ваши потеряют, как вам? Как потеряют? Это слава Христу. Да. Держитесь. Да, держитесь. Так, надо, наверное, мне привезти, подпевали, где написано. Подождите, я сейчас бегаю, принесу на... Давайте я вам помогу, может быть. Сегодня престольный праздник. Португалия, Лиссабон. Прямо около храма собрали столы с угощениями обильными. Тарелку приходи там. Сейчас посмотрим. Это что? Сейчас. Полное толкование. Это мы видим в библиотеке Путина книги эти стоят. Я просто вас видел, надо было. Возьму и отдам, чтобы вы видели. Там его так не совсем не было. Это второе здание. Это второе, дополненное. И вот там фотографий не было таких. Это я арестованный был. Была эта фотография? А, была? А кто автор толкования? Вот. Кто автор? Толкование даже напишула. А по откровению собрал отец Геннадий Пас. По всем святым отцам. Он собрал. Ваша потеряна, да? Вот первый тур. Да, вот он. Я воспитатель старший в лагере. А чем дети у вас занимаются там вот в лагере? Ну, работают, пилят дрова, ягоду собирают. Такой у них лагерь трудовой. А трудовой, да? Встаем в 5 утра. А выходные есть? Выходные, воскресенье, 7. И в храм идем. А в субботу? А в субботу после костра у нас костер допоздна. Бывает 7 часов стоим, а так обычно в 5. Так, нам нужно теперь вот что договориться с вами. Полный комплект. Библиотеку сможет взять. У нас библиотекарь есть. Нет, библиотека национальный города. А, в городе. Ну, это надо вот с старостой общаться. Старостой. Значит, вы с ним договорились. Что? Хотели бы купить. Вот продавец духовных книг. Новый Завет. Новый Завет, смотрите. Они бы старостой Третий. И вот это вот, это о том, как в вузах документы все эти. Это вместо срочек. Имею 75. Тогда еще... Да ничего, я подарю вам. Не, сейчас я принесу 78. Да, пожалуйста. Вот эти настоим. Это полное толкование Нового Завета. И как опровергать сектантов. Да. Вот с этим вместе. Вот это все 100 евро? Все 100. Все 100. 100. Все вместе. Вы видите, какие сделаны там закладки подарочные? Это я на площади. Это все как было в Перми, как мы образуем, как проповедуем. Это все здесь описано и проповеди, которые я говорил. Вот я иду арестованный, вот я иду. Это в каком году? В 86-м.
86. В 86-м еще судили нас. Это я последний раз был арестован. Да. Вот это вот вместе 4 книги, все это 100 евро. 100 евро. Хорошо. Сейчас я... Вы отложите потом, отдадите через статус. Через статус? Ничего страшного. А еще долго тут будете, нет? Нет, мы сегодня даже выехали. Так вам сейчас деньги надо. Да. Вот. Нет денег. Ничего, нет, денег. Мы через старосту договоримся, вы когда-нибудь пришли. Сейчас я поищу деньги. Да, сейчас да, поищу. Смотри сюда. Я бы диск привезу. Где-то 7-8 я подъехал. Теперь что дальше? Что я хотел сказать? Там надо диск отъехать. Я не знаю, я не сюда вопросы эти денежные, потому что я делал... Давайте. Это толкование Нового Завета. Да, нет, это святых отцов, а по откровению Геннадия Пасхи. Полностью с откровением толкования. Полностью. Впервые в одном комплекте. Вот это здесь. Да, здесь. Что я вам сейчас вот это добавлю? Подождите. Как раз здесь отец Геннадий, как на суде вел себя вот здесь. Вот тоже есть про него. Конечно. Да. Вот в этой книге про отца Геннадия Фасса сколько сказано. Это вам водичка, видите? Холодная водичка. Вы покушали, нет? Да. Конечно, не кушают мясо. Нет, ну там везде сладкие. А голубцы были без мяса. Нет, голубцы там тоже. Без мяса. Фрукты. Не возьмите. Без мяса. Людям. Спасибо. Человек. Визитку можно взять? Это что с ним есть. Да, посмотрите. Как вы когда выйдете отсюда? Сегодня. Мы не можем больше. Побудем здесь, попросим нас выбрать на машине. А вон он сделал наши позиции. Это отсюда, я не знаю, это грешку. Мешок надо, я бы это вам подарили или вы приобрели? Это я со своей хозяйкой, моей жена. Вот это все, что есть, подожгли и сожгли. Они ей подожгли, я ему сожгли. Ну что делаешь? Руки, вот это вот, есть все, что все сожгли. Я сам переборщик, реставратор. Да, в монастыре в одну ночь полыхало, две монахи нам говорили. Смешно. А это не книга, которую я издал. Вон они, для библиотеки. Это мои книги. За 9 лет я написал и издал. Это 4. Вот они 4. Вот они вот. 3. И для слова Божия нет туз. Тут где-то оно вот здесь вот лежит. А это другие, которые там. Всего 38 книг за 9 лет. Я больше 30 тысяч часов провел за компьютером. А это родной брат отца Геннадия Фаста. Вильгельм. Это его брат. Тоже... А здесь?
Отец Геннадий Пастух, каким авторитетом пользуется. Это моя мама, это я в армии был, это моя жена еще, в училище. Мы все меняемся. Это я служил в армии. У меня интересная была должность. Техник, смотритель, воинские здания, ракетных войск Дальнего Востока. Увольнительно на год было. Я из здания смотрел, я определял годность, чтобы офицеров дали квартиру. Я занимался языками, английским, немецким, французским, испанским занимался. Вы сержант, значит. А это мы фотографировали с патриархом. Патриарх Илья. Это я. Отец Геннадий. Вот. Да, подписывайте мне все автографы. Я вам отдаю деньги. А только вы можете. Это новый завет, на нем я не подписываюсь. Но. Вас здесь вот. Нет, не здесь. Давайте вот здесь. Вот. Не здесь, а вот здесь. А почему нельзя новый завет подписывать, да? Нельзя. Ага, хорошо. Благословите меня на мудрость и разумение. Спасибо, Христос. Да, так очень хорошо. Да. Во славу Божию. Я не священник, поэтому я так сильно сказать, но да, пожалуйста. Я лишь домой в России. Это ценно. 240 иллюстраций и листа водоры, вы раскрасили сами, лучший иллюстратор. Это внукам вашим еще пойдет. Да. Если они придут, Сандра, там будут комплекты для Арсения. Александр, а? Отец, слышишь? Александр, на улице, там заградить. Нет, нет. Вас. Тебя тоже идет. Я тоже иду. Братья и сестры, пожалуйста, мы хотим сделать общую фотографию. Так, подожди-ка, там фотография. Идемте, пожалуйста, туда все. Наталья. Простите. Андрей, чуть-чуть кучнее. Тут этот фронт нормально, тут чуть-чуть кучнее. Там сзади встаем на ступе. Там парапетик сзади едет. Отлично. Все, все, у меня все помещают. Да у меня два раза тут помещают. Еще можете становиться, сейчас сколько ходить. Все, улыбаемся. Это так улыбается красиво. Ты чё себе, вот это счастье. Вот это счастье. Много русских брат в Лиссабоне. Как ты считаешь? Интервью у тебя возьму. На твой взгляд. Для Лиссабона много. Да их везде много, наверное, иммигрантов. Слава Богу, что русских еще хватает много.
тебе ролик видео. А вот ваш земляк, вот тоже Владимир. А, снимай. Так, вы не отходите, я привез книги. Сейчас посмотрим. Книги, которые все вместе для библиотеки. Национальные. Если нужно было, то я не знаю, если, может, вы учились вместе, там, может, помните, если вы 39-го года, мы начали. Нет, я учился не в Барнауле, в деревне. Мы же 150 километров от Барнаула. Так он тоже поселок Горный. А нет, у нас Потеряевка. Потеряевка. Мы с нуля начали строить православное поселение, это все написано. Я вам подарю сейчас по моему компьютеру. Идемте, идите сюда. Ну, пойдемте. Так, подождите, мне священника увидеть надо. Я ссылаюсь. Зайдите в интернет к нам. А как вы относитесь, если, например, если бы они появились в интернете? Они все в интернете? Они есть там. Они все в интернете. Если я продублирую их? Пожалуйста, только раз. Вы там увидите не 4 книги, а 48-41 книга. Ну, я делаю формат даже. 41 книга. Еще стихи мои готовятся, выставлены. 4 тома по 800 страниц. Вы представляете, что такое? Каждое стихотворение 9 куплетов. С двойной 90. Понимаете? Эти стихи вообще тоже не имеют аналогов. Напротив 306 строчек, 36 мест Библии, откуда эта мысль взята. Это настолько красиво выглядит. Вот я пишу стихотворение, 9 куплетов. И напротив каждой строчки, вместо Библии, глава стих, откуда взята мысль. У меня одно стихотворение есть такое. Я был моряком когда-то. Ну, у нас кораблекрушение. И последний куплет. Когда мы корабль опрокинем причину, а рот поплотнется волной. Дай Боже, чтоб к небу своей кончиной других не увлек за собой. Я сигнал смотрю. Так, ну все. Вот у меня здесь книги эти, только понимаете, не, потому не, что не, я сам. Сейчас мы пойдем. Я же ответственный за вот эти моменты. Да. Потому что мы такой. Ну, я понял, пошел деньги мне, да? Все, да. Пошел, с Мадридом как пошел? Связаться? С Мадридом. Так, с Мадридом-то нам устроили. Знаете, самый лучший вариант был бы такой. Если бы мы взяли вот такой комплект, то мы бы взяли. У нас будет вам от одного дня. Мы, наверное, придет наш священник со Франции, и мы определимся, как с ними будем поступать. Тогда напишите, я еще один комплект оставлю для Мадрида. Вот такой же. Потому что нам в Мадриде день терять, это накладно. Хотите для Мадрида отставить? Да, для Мадрида вот такой комплект. Для национальной библиотеки. Для та же библиотека. Мне надо передать туда священнику уже там академии. Я не знаю, как это. Вот оставляли, где там все передали, нормально. Ну я передам Мадриду. Вы не едете. Это моя просьба. Вы оставляете, мы это сами сейчас сложим отдельно и переводим для Мадрида. Да, отдельно на Мадрид. Тогда вас удовольствие сложу на пол. Там мы в Мадриде есть. Договорились? Все, тогда принесите еще комплект полный. Там цепь будет, которую построили новую. Мы были там. Давай. Еще комплект. Да, комплект. Все, первый, второй, коробку, это забрать. А что, а к истинному православию? 6, 7, 8, 9, 10. Все, считайте. Не, ну считайте. Не, дружба, дружба, а деньги счет. Все. Да. Он уже умирает от жары. Все, я еду. Все, я книги взяла. Он больной. Все, я книги взяла. Да. Мы больные все. Он духовно здоровый, а мы так духовно. Я тоже вот больная. Слава Богу, живет еще. Да, буду так, делиться. Вера нас ждет, она будете брать от меня. В библиотеке. Будете меня и не все, давай, ты мне давай. Это его? Хорошо, все. Все. Спасибо вам за ваш труд, за ваше служение. Заезжайте почаще. Молитесь за нас, Николай, Игнатий, Виктор. Три миссионера. Вы же здесь есть, вы тоже здесь есть в этой книге. Ну, в этой, может быть, и нет, а в других там встречается. Открытым оком, вот там. Хорошо. Пейте воду холодненькую. Спасибо, Христос. Может, что-нибудь круто вам привезти? Да нет, нет, нет. Нет. Спасибо, Христос. Что еще может вам купить? Это же книг Мадрид национальный библиотеку. Можете, кстати, помидоры. Только помидоры? Только помидоры. А хлеб есть? Все сухари есть.
Сухари, да? Сухари всего у нас есть. Вода есть. Вода есть? Да. Воды надо будет добавить там, который где. Есть не надо воды, только помидоры. Человек идет в магазин уже, отправляет. Сейчас подожду, уже ушли. Да, да. Еще в пару. Володя бегом. Сказали, что ушли, а вы еще здесь. Мы сейчас уходим уже совсем. Так, вот это вот. Молодец, Давай. 42 года, детский лагерь. Все бесплатно работают, православные. Тысячи детей подняли без помощи государства. Вот проблема, я не люблю это слово. Вот начинают заключенных, вот там много. Правильно, иди работай. Я иду в тюрьму, работаю бесплатно. И мы видим, как люди возвращаются к жизни. Людям нужен пример. Живой Христос нужен. А не просто. Человечество не говорит, живого среди мертвых. Вот Дмитрий Смирнов, батюшка такой есть, и он говорит, вот я еду, говорит, это, не еду, а бабушка одна говорит, отец Дмитрий, можем вопрос задать? Такой вопрос зададут, не знаю, давай. И она говорит, вот я еду в церковь, поднимаю руку, если это мусульманин, он довезет, деньги не берет, ты мне мать, да ты едешь в церковь, если русский, обязательно деньги берет, это моя работа. Он говорит, мусульмане ко Христу ближе, чем православные христиане. Он рассказывает, и мы дорогу видели, если где мусульмане, и мы там молимся, мы открыто молимся, нас никто не тронет. Они любят, когда молятся люди. Я среди мусульман жил, работал. Мы им рассказываем о Христе. У них там немного говорится неправильно, у меня целый том посвящен мусульманам. Что за 1300 лет было сказано. Это не просто книги, а книги из практики. Вот у меня три тома посвящены еврейскому вопросу. Талмуд разбирается во свете Библии. И 3600 лет какие кто деятели сказали о евреях. Евреи все захватили. Мусульмане нас режут. Надо бороться. Надо. А оружие только одно. Любовь. В первую очередь я должен показать любовь ему, что со Христом лучше, чем с кем бы то ни было. Руки никогда не стали. Совершенно невыносимая обстановка. Вот я рассказываю, у меня в 5 тюрьмах держали. Я в лагере смерти был. Меня 26 лет преследовала психиатрия. И они ничего не сделали, я остался живой. Никак. Они сейчас с вами стоят, потом покажут по всему миру, да? Тоже прославились. Мне нравится все. Я никогда не говорил, там нельзя. Человек считает нужен, почему ему нет? Я иду дорогой, а можешь сфотографироваться? Да какая мне разница-то? А ты Христа любишь? Люблю. Ответ там главный. Он умер за нас, он снова придет за нами. Мы дети его. И поэтому все это, что мы делаем, по любви. И мы здесь вот, в Португалии, не думали встретить людей. Совершенно мы не знали, как попасть сюда. Ночь блуждали. У нас график, мы в 10 отбой, в 2 часа подъем. И мы опять в пути. Это не день, не два. У меня тут собака лежит. И мы когда в России, там мы вместо полосок везде начали, а потом, что в ближайший город, в библиотеку. 440 городов обошли. Дальнего Востока находка. Раздали 30 тысяч Евангелий за 3 года. Евангелие. Собираем, идем в дома, в каждый дом, потом собираем дом культуры или на стадион с разрешением администрации. Все кричат, да где вы были, тут всякие йоговы идут, где вы были? Патриарх Кирилл говорит, мы проспали, у нас времени нет на раскачку, совершенно нет времени. И поэтому еще рассуждать, да тебе Бог дал силы, ноги, ты стакан холодной воды ему как проповеднику дала, не пропадет, не брат. Это вы среди тех, кто не знает Христа, а кто уже православный, тоже с ними беседуете? Православных в первую очередь и надо, потому что на православных три анафемы. Кто не любит Господа Иисуса Христа, маранафа, анафема. И кто будет говорить не то, что написано в Библии, анафема, Галатам 1.8. У нас как раз городят то, чего нет в Библии совершенно. А Златоуст говорит, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Кирилл Иерусалимский говорит, если слова мои не сходятся с Библией, не верьте мне. Вот так надо говорить. Людей, он-то думает, допустим, священник, пришли не к тебе, пришли, ко Христу. Что ты с собой затмил его? И вот подошел сейчас один человек, у меня, не знаю, здесь или нет, вот мне говорят, нельзя креститься, был перстно, там, откуда вы взяли, когда принято решение собора, равно спасительное то и другое. 1971 год.
Так крестился князь Владимир. Можно и одним. Сергий Радонежский. Я за того с одним молился. Серафим Саровский тремя перстами. Игнатий Брещенко тремя. Все освящено. Да об этом ли нам спорить-то? Спорить верующему вообще не положено. Спорить тот, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Написано, со Христом спорил. А Христос не спорил, такого нету. У нас Библия не на должном уровне, ни на каком она просто. В 1876 году только переведена. И когда людям говоришь о Христе, вот у меня в книгах там есть с патриархами, фотография стоит где-то, они удивляются, это православные. И они, баптисты, настолько удивлены, что из Прибалтики приезжают в Барнаул посмотреть на меня. Что в православии человек знает, уезжает, уже их несколько человек осталось в православии после первой встречи. Ну, это кстати, Бог делает, когда красоту православия увидят. А? У вас там женщина вот это чудо было, да? Какая женщина? Клавдия Устюжанина. Да, это же Барнауле, да, кажется? Да, Клавдия это? Да, я встречался с ней несколько раз. Кстати, а да, а ну расскажите. Ну я буду говорить, а вы скажете неправда. Ну почему? Вы говорите, мы читали. Ее испортили почитатели. Она Бога совсем не знала. Да, она воскресла, это определенно. Это говорит отец Александр Пивоваров. Он знает. Вот. У нее все время было в замыслах, что ее хотят убить. Может быть. Но она на этом совершенно свихнулась. Вот она едет в Новосибирск зубы лечить. А я в это время с ее сыном Андрюшей, он священник, дома сидим. Она там здесь не лечится в Барнауле, потому что ее тут отравят. И она в Новосибирске там лечится, и вдруг ей мысль на голос слышит. Там Андрея твоего мучают, он в 8 классе был. А мы сидим с ним занимаемся, с Андрюшей. И она нанимает самосвал, и ну, деньги-то были, все давали. И она, сколько там, 230 километров жмет, залетает в комнату. В это время я сижу, опять обманул. Кто ее обманул-то? Опять обманул. Да, Христос-то не обманывает. Это уже после воскресения. Я говорю то, что я лично видел у них в доме. Вот. Люди отовсюду едут, она все имела где-то, но у нее мания вот эта. КГБ ее преследовало. Это было 60-х годов. Мне просто интересно, очевидец у нас он. Да когда сколько вам лет? Мне? Да. Вот 10-го было 75. 10 июня. Понятно. 10 июня. Я ее не просто ослышал, а я у нее в доме был, с ней разговаривал, и главное, с ее сыном Андрюшей. Ее испортили. Ну а то, что это все достоверно? Это достоверно на 100%. Сам факт ее... Она умерла, свидетельство о смерти на руках, это все зашито, она, дескать, бесстыдно оголяет ноги. Ну что, студенты резали там где-то. Но она так показала, ну что тут бесстыдного-то? Шов вот так вот как попало зашитый, как на мертвецах режут. Я говорю о Клавдии Устюжаниной из Барнаула, которая воскресла. Я с ней встречался. А как она воскресла? Устюжанина Клавдия. Как она воскресла? Каким образом? Как воскресла? В морге. В морге. Она, кажется, сама? На третий день, что ли, воскресла. Ей операцию делали, рак у нее. Зашили ее, как попало, вот так. У нее так все зашито, как попало. Вот. Ну, я покажу, вот у меня какая операция. Там только красный шов. А у нее вот так вот, как на мертвом. И она на третий день проходили, увидели, что глаза у нее глядят, там шевельнулось чем-то. Ну а дальше уже началась история обыкновенная советская. К ней едут, не пускают, перехватывают. Это все было. У нее основание это было так. Главный, кто дал ей ход, это отец Александр Пивоваров, Новокузнецкий. Это был кандидат богословских наук, он в машине сгорел. Это настоящий большой проповедник. Он крестил Геннадия Фаста, к слову сказать. Александр Пивоваров. Но ведь тут как-то все связано. Клиническая смерть, что-то я не совсем... У нее была клиническая смерть. Если читать Александра Пивоварова, как он пишет, то это чистейшее... Три дня? Чистейшее, да не три там дня, чистейшее клиническое смерть. Теперь уже, знаете, теперь уже каждый говорит о... Так, три дня или клиническая смерть? Вы возьмите Александра Пивоварова, вы прочитаете. А нет, книжка отдельно написана. Спасибо вам. Слава счастливой дороги. Я говорю то, что видел, я не по книжке говорю. Не, ну, ради Бога, никто же не видел. Нам некогда далеко мы поедем. Сейчас мы видим, это какой Атлантический океан. Город Лиссабон. Залив Атлантического океана. Город Лиссабон, Португалия. Да. Порт проезжаем. И корабли стоят, контейнеровозы. Там дальше. Вон там далеко видать корабли. Даже видно.
так нас приняли сладостно. Вон дальше, смотри, вон корабль. Я не узнал, сколько человек тут живет. Больше миллиона корабль. Да, конечно. Я думаю, как в Москве может быть. Да нет. Нет. Ну, ничего нет. Она огромный город. Видно, что огромный. 12 миллионов Москва. Что ты? Лиссабон тоже немалый. Больше Москвы, Мехико, Каир там. Не так и много городов. Ну, большой. И вот мы вчера ошиблись. Сгорели навигатор. Один, другой не работает. И ушли не туда, на север ушли. Из Мадрида. Ну, встали ночью, тоже поехали, еще раз ошиблись, еще дальше ушли, ну, вернулись назад. И что интересно, как у Бога вымерено, мы приехали к концу литургии, которая здесь, а дорогой как было, мужчина один с двумя стариками там сидит, а у него собака большой, ротвейлер, вот, и куда отворачивать-то, не знаем с трассы-то. А брат Николай Крущина-то и говорит, вот в этот надо проход-то, а я вообще не знал ничего. Ну, Витя туда за рулем остановился и прямо около них. Дальше разговоры пошли. И с его телефона позвонили, и мелочь там собирать начали. Так интересно. Он, главное, по-английски так здорово говорит, английский, как настоящий вообще, англичанин. Да, речь такая чистая английская-то. Слова произносит как по-писанному, с таким легко разговаривает. И он связался с одной из прихожанок Лиссабона, с православной. И вот дальше-то уже пошло как. Он согласился, ему 20 евро на дорогу тут надо. Мы, главное, разменять не можем. У нас 500 евро, 500 евро одна бумажка. Нигде ее не меняют. А тут у него один... Он пошел, сказал соседу, сосед вышел и разменял. Ну, мы ему тогда 20-ку-то и дали. И он поехал по всему Лиссабону и довез прямо к храму. А в одном месте еще доехал и не знают куда. Зашел в полицейский участок. Его звать Жорж. Это Георгий. Спасибо, Господи. Вот мы засняли даже сколько мы. И он так же впереди ехал, как вот сейчас эта машина. И вел нас через весь город Лиссабон. Вот сейчас едет тоже один из лиссабоновских. Как его звать? Эдуард. Эдуард. И повел нас, чтобы вывести из города. Тут не знаешь, в какую сторону ехать, навигатора-то нету. А поворот-то не один. А когда за город оттолкнет, там, говорит, сразу надписи пойдут Испания, Мадрид. Ну и дальше-то уже легче по этим, по основной трассе-то и ехать. А в Мадрид-то и заезжать незачем будет, уже обратный ход идем мы сразу на Францию. В Мадрид уже отдали книги, все, да? Все сделали, все. Все сделали как надо, все благословенно. И сколько людей было здесь, одарили всех книгами, и несколько экземпляров продали. И у нас есть чем на дороге рассчитываться-то. Вот. Вот так. Ну, слава Богу.